Несмотря на снег и довольно сильный ветер, столичные экстремалы устроили соревнования по бейсджампингу. На этих кадрах видно, как несколько человек прыгают с высотки с парашютом. Лишь чудом никто не задевает протянутые внизу линии электропередачи. Судя по комментариям очевидцев, все происходило в районе Северного Чертаново. Теперь это видео внимательно изучает московская полиция.